Такую снежную погоду принес нам активный балтийский циклон по имени Карлос, который постепенно теряет еще свое влияние и на выходных. В субботу на большей части территории снег, местами по Гомельской области сильный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 5, минус 11, при длительных прояснениях минус 12, 15, днем от минус 2 на юге до минус 10 на севере страны. В воскресенье на большей части территории кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 5, минус 12, при прояснениях до минус 15 и днем минус 3, минус 10. В целом погода будет благоприятной для занятий зимними видами спорта или просто прогуляться. А в начале недели погода успокоится и появится больше прояснений, и морозы немного окрепнут. И уже в понедельник температура воздуха ночью минус 8, минус 15, при прояснениях минус 16, 20, днем минус 5, минус 12. И о погоде в областных центрах. В Гродно временами снег, температура воздуха ночью минус 6, минус 8, днем минус 2, минус 4. В Бресте временами снег, ночью минус 5, минус 7, днем минус 2, минус 4. В Гомеле временами снег, ночью минус 7, минус 9 и днем минус 2, минус 4. В Могилеве временами снег, ночью минус 9, 11, днем 5, 7. В Витебске временами снег, ночью минус 8, минус 10 и днем минус 6, минус 8. И о погоде в столичном регионе. Ожидается облачно, временами снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью минус 6, минус 11 и днем минус 4, минус 9. И в нашей столице, в Минске, облачно, временами снег и температура воздуха ночью минус 8, минус 10 и днем минус 5, минус 7. Желаю всем хорошего позитивного настроения, удачных выходных и берегите себя.